Здравствуйте, уважаемые клиенты. Итак, это котлы кондиционные Висман Витаден 100 ВБ1С. Итак, как же определить, что ваш теплообменник пора промывать? Непосредственно вот на этом котле вы можете проверить это каким образом. Если дотронуться до шланга, и вы попытаетесь его сжать, и услышите хруст, это значит, что внутри есть отложение. Как в данный момент, вот эти шланги, их даже раздуло, повело немножко даже в сторону. КПД у котла очень низкий. И вот смотрите, что будет, если его не обслуживать. Теплоизоляция разрушается, копится шлам. Конденсат не уходит, образуется застой конденсата. Ну и все вытекающее обстоятельство из этого. Теплоизоляционный блок лопнул. Электрод выгнуло. Если посмотреть, он в другую сторону смотрит. Поэтому данной ситуации лучше не допускать. Этот котел мы сейчас почистим, камеру сгорания. Все как обычно. Но после этого будем приезжать и еще его промывать внутри. Потому что так котел работать не будет. В конечном итоге может произойти взрыв. Так что не допускайте такого. А почему это происходит? Потому что ни у одного из котлов не установлен сетчатый фильтр. То есть мы вообще никак здесь не защищаем теплообменник котла. И поэтому весь мусор системы отопления летит сюда на лед. Плюс еще полипропиленовые трубы пропускают кислород, а это отложение, все прочее, и поэтому так получается. Очень печальная ситуация. Не допускайте такого. Всем спасибо за внимание.